Площадка для проведения благотворительного автомотофестиваля, который впервые решили провести в Щелково, стал Trinity Park, располагающийся на территории бизнес-центра «Славия». Участники приехали из Москвы и Подмосковья. Всего на шоу собралось больше 100 автомобилей и мотоциклов самых разных моделей. Сюда приехали вот посмотреть. Ну, во-первых, есть ряд знакомых, да, из клуба, который устраивает фестиваль. Где-то как-то пообщаться, встретить опять же знакомых. Решил поучаствовать, ребята позвали, организаторы написали, почему нет. Что вы получаете, какие эмоции, для чего вам это? Общение. Организаторами выступили фонд «Рождественская звезда» и администрация городского округа Щелково. Все собранные средства пошли на лечение подопечного фонда Никиты Демьянова, которому поставлен диагноз «детский церебральный паралич». Ему нужен очередной курс реабилитации стоимостью более 120 тысяч рублей в реабилитационном центре Москвы. И мы решили вот сделать приятное людям, которые просили. Помимо основной программы, всем пришедшим представилась возможность поучаствовать в различных мастер-классах. Например, каждый желающий мог пострелять из охолощенного автомата Калашникова, карабина Симонова, а также карабина Мосина 44-го года, который представил страйкбольный клуб «13-я сборная бригада». Попробовал свои силы в этом занятии и заместитель главы администрации Денис Автоменко. Первый щелчок, передергиваем раму. Правильно. А чтобы мероприятие проходило еще веселее и атмосфернее, для гостей выступили местные музыкальные коллективы. Также все желающие могли попробовать продукцию, представленную гипермаркетом «Глобус». Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.